два, три! Своих юных подаванов мастер спорта по летнему полиатлону Ольга Спирина верит безоговорочно. Она, как и другие 6 членов сборной нашего края, встала во главе одной из 7 школьных команд. И, можно сказать, вспомнила молодость, поучаствовала в веселых стартах. Очень достойное поколение, все дети спортивные, стараются, видно, что выкладываются по полной. Так что, я думаю, мы сможем даже такой командой победить. Неподалеку своих ребят настраивает на победу Ксения Бесчастного. У титулованной боксерши совет один – бить. Что же еще делать, шутит спортсменка. Для точного нокаута метить в челюсть. Ксения поделилась, главный минус выбранного ею спорта – косметики нужно намного больше. На мне очень быстро все это заживает, так что вот после соревнований я всегда вся побитая. Тональный крем в помощь. Конечно, тональный, все, пудра, все как надо. Глядя на миниатюрную Ксению и на других спортсменов с горками медалей, ребята с самого первого конкурса «Змейка» бежали так, что тапочки потеряли. Но уже после парочки забегов некоторые решили, что со спортом они не в ладах. Бегать было вместе тяжело. Да. Я не буду больше участвовать. Я буду участвовать. А я не буду же. Кроме командной работы с профессионалами, школьники еще и получили ответы на свои вопросы, которыми и закидали спортсменов. Наставники рассказали о тренировках, личной жизни и обещали прийти в гости еще раз.